отрекся от всего. Он оставил меня ради возможности защищать родину от таких, как ты. Я ненавидел его за это. Так, приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть Call of Duty. Вторая часть. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Компания. Продолжить, конечно. Итак, что у нас? Старые раны. Афганистан, 1986 год. Ну что ж, 40 лет назад практически. Ничего менять не буду, пусть будет вот хотя бы дополнительно. Да. Вот пистолет поменяю. Пистолет. Так, особое. Ага, а хрен там, у меня особого-то чего. Без особого чего, ничего нету. Из пусковых установок. Ни хрена нету, пистолеты. Ну вот снайперская винтовка это лучше, чем пистолет. Мало ли, вдруг Так, это что? А какая из них лучше? А, у меня, чувак, это лучше. У меня только одна она. Камуфляж, мне без разницы. Все, назад. Выбрали. Дополнительные модули. Могу выбрать. Вау. Прицел или магазин? Магазин. А на СВД, да? А на СВД прицел. Два модуля могу выбрать. Ну ладно. Магазин. Режим огня. Тоже несколько могу выбрать. Ну ладно. Вот так. Перки, инструменты. Несколько могу. Приклад. Ну, приклад не нужен. Ну, давай возьмем, посмотрим, попробуем. Так. Ну, давайте, все. Где тут старт у меня? Я не смогу справиться с Менендесом, пока не пойму, как этот гад мыслит. Салазар, тебе же его легенды известны, как никому другому. За что? За что он так сильно нас ненавидит? Ту примера Герра Фрия. Он с детства наблюдал, как Контрас насилует и истребляет его народ. Потом, в 72-м, было сильнейшее землетрясение. Его семья потеряла все. Год спустя, единственный дорогой ему человек, его сестра Жозефина, сильно пострадала при пожаре. Рауль с отцом начали все заново. Продавали наркотики ради быстрой наживы. Они обрели богатство и могущество, стали легендой Манагуа. Картель Менендеса стал практически неприкасаемым. ЦРУ по приказу правительства США ликвидировало отца Рауля. Ага, и он возненавидел Америку и начал поставлять оружие в Афганистан, попутно собирая личную армию. И ЦРУ устроила охоту на него в Кабуле. Этот снимок нам Вудс показывал, помнишь? Видишь этого красавца? Это я. А этот страшила? Твой папаша. После Вьетнама он стал очень опасным. Очень опасный. Я тоже опасный. Старые раны. Провинция Хост, Афганистан. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Где я, где я, где? Ух ты. Ой, какая красота. У них реально, если есть такое, то... Что ты видел, вот? Это прекрасно. Песок, песок, один гребаный песок. Связной Хадсона уже идет. Думаешь, китайцам можно доверять? Здесь можно. Они поддерживали маджахедов так же, как и мы. Они понимают, если в Афганистане победит Россия, Китай будет следующим. Русских никто не любит, да? Ты же меня знаешь. Я никого не люблю. Я тоже. Советую тебе не высовываться. Только себя родимого. Спокойно, Джао. Оружие мы доставили. Господи, какие потрепанные у меня. Теперь о твоих обязательствах. Я отведу вас к лидеру маджахедов. Он поможет вам разыскать Рауля Менендеса. У нас свежие лошади. Вы поедете за нами.
Точняк. Ну, поехали. На лошадях, на лошадях. Мейсон, это Хадсон. Вы встретились с Джао. Залезли. Как раз отправляемся в лагерь маджахедов. Думаю, не стоит напоминать, что о нашем присутствии никто не должен узнать. Если Россия узнает о нашем вмешательстве в Афганистане, будут серьезные последствия. А я не могу, да, ракурс-то поменять? О, мост подвесной. Так вы все здесь стояли, за углом, что ли? Да. Надо спешить. Мы считаем, русские вот-вот начнут штурм лагеря. Мейсон, подай катку! Но! Но! Да стой! Ой-ой-ой, танком меня не раздавите. Ваш командан! Я не в разуме. Ни хрена по-вашему не понимаю. Сюда! Эй, ну давай пошевелись как-нибудь, пошевее, там, не знаю. Контрольная точка. Не рассматривайте, не рассматривайте. Вот. С подствольничком по мне. Чего тебе? Говори. Что ты хотел? Русские и правда планируют атаку, помощь вам явно не помешает. Мы наняли пару специалистов в качестве советников. А вот и они. Рахман, это Вудс и Мейсон. Мои лучшие люди. Здорово. Нам нужно оружие, а не солдаты. Так сойдет. Так, понятно, что-то сбой какой-то произошел у них, что у них речь с мимикой давайте расходится. Уточним. Мы отражаем атаку русских, вы сообщаете нам все, что знаете о Менендесе. Наша база здесь. При любой атаке враг сможет попасть в долину только через узкие ущелья. Это я знаю. Наши люди защищают эти горы. Уже даст им преимущество. Говенный план. Речь, между прочим, идет о русской армии. Они возьмут вас грубой силой. У них будет численное преимущество. И бронетехника. К этому ваши люди готовы? У них нет опыта обращения с нашим оружием. А у нас есть наше место на линии фронта. Русские приступили к штурму. Яла, яла, Бурамирон! Ты веришь в план, американец? Это не просто вера, Чао. Приступим. Давай. Мне тут можно что-нибудь скрыть? Какую-нибудь фишку получить могу? Надо спешить. Могу. Мы должны помешать им войти в долину. Погоним, Мейсон. Подождите вы. Оп. Блин, нашел что взять. Ну залазь, давай, давай, давай. Тихо. А это сложнее, чем мы думали. Вертушки сбрасывают пехоту прямо у лагеря. Ой-ой-ой-ой. Предоставим их маджахедам. Нам надо сосредоточиться на технике. Я что-то ни хрена не понимаю. Тихо, тихо, тихо. Ну ты что не идешь-то? Не понял. Почему? Что случилось? Блин, вас убило гранатой. Ладно, ничего страшного.
Спокойно, спокойно. Давайте, 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 ребятушки. Кто-то меня гасит. Опа. Ой-ой-ой, вблизи. Так, там танк какой-то ездит. Так. Спокойно, где вон он? Давай, бежим. Эх. Блин, только нацелился, а тут немножко, блин, придурковато, конечно, но ладно. Тихо. Ага, все-таки мне придется их уничтожать, блин. Ладно. Да знаю я, хватаю. Да уйдите, тихо. Где вы, твари? Не вижу, вижу. Бежим. Сейчас возьмем, подожди, не расстраивайся. БТРу крышка! Охрененно! Блин. Тихо. Блин, низко. Где ты, падла? В башню. Молодец, Мейсон. С пехотой маджахеды разберутся. Мейсон, установи подрывной заряд в проходе. Так. Нужно, чтобы ни одна сраная машина сюда больше не прошла. Это наши. А где враги? Блин. Ну-ка дай-ка я лучше вот этот возьму обратно. Так мне будет сподручней. Бежим. Так, защитили. Наши. Давай. Что это такое? Заряд установлен. Бежим. Поп.
Мейсон! Хадсон, западный проход перекрыт. Здесь техника точно не пройдет. Вудс, Мейсон, они бросили на вас все свои силы. Враги по всей долине. Прекрасно. Джахеды доложили, что с севера идут вражеские танки. Любая сила – численное преимущество? Ты ведь этого и ждал. Едем, едем, едем. Тут тоже опять стингеры какие-то. А, уничтожить. Подожди. Танки все еще идут, Мейсон. Да подождите вы. Неплохо, Мейсон. Маджахеды не могут сдерживать атаку. Хадсон, танки уничтожили. Так, нормально? Разведка сообщает о вражеских вертолетах к северу от долины. Так точно, Хадсон. Мы должны сваливать или что? Ну что, спасать базу надо, что? Все вертолеты! Сбивай этих русских тварей! Ну-ну-ну-ну-ну, потише с выражением-то. Вертолеты обстреливают ракетами нашу линию обороны. Есть. Мы можем потерять базу. Да. Вертолеты нейтрализованы. С севера к долине идут русские танки. Чё? Не понял, а как ты через винты-то прошел? Мне, блин, туда скакать. Ну давайте защищайте меня хотя бы. Огонь по танкам! Да подождите вы. А их по порядку надо. Так что ли? Любой ценой. Рахман озабочен. Он думает, что мы проигрываем. Передай Рахману, чтобы не насрать на его озабоченность. Ну давай, давай, скакай. Берем, как всегда. Скажи ему, пусть лучше готовит нам информацию о Менендесе. О. Ой-ой-ой-ой-ой. Склад боеприпасов по левой стороне. Здесь верхом невозможно проехать. Спешиваемся. Пойдем пешком. Пойдем. Подожди, Блин. Все-таки не смог. Спешиваемся. Я под на ходу, что ли, должен еще отстреливать? Припасов под жакетов на востоке. Мы должны любой ценой его отбить. Мула Рахман озабочен. Так, ладно. Передай Рахману, что мне насрать на его озабоченность. Мы всем жопу надерем, как всегда. Давай, 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 давай. Беги. Ты наш. Хадсон, склад боеприпасов наш. Так, ты что должен сделать? Ты что? Мейсон, возвращайся на базу. У нас проблема. Тебе лучше самому все увидеть. На. Блин. Мне надо. Ага. Да стой вы. Стой, стой, стой. Где?
Блин, тот хоть взорвался. Бля. Так все хорошо начиналось. Так. Нормально. Беги. Беги, куда только скакать-то вот. Скачем. Блин, вы меня вымотали. Туда скакать, сюда скакать. Твой старик был крутым сукиным сыном. Это уж точно. Кравченко практически дыру ему в башке просверлил, напичкал ее этими долбанными цифрами, но он выжил. Сам-то Мейсон говорил, что больше не видел этих цифр, но не знаю. Я в этом не уверен. Черт, Мейсон, тебе стоит на это взглянуть. Это еще не конец. Русские хотят в последний раз показать грубую силу. Покажем же им отвагу. Вы со мной? Тебе стоит на это взглянуть. Ну давай взглянем. Это еще не конец. Это только начало. Русские хотят в последний раз показать грубую силу. Покажем же им отвагу. Вы со мной? Давай. Я так понимаю, я по сюжету должен упасть. Да? Оружия нет. Отвернуть не могу. Так, давай выбираться. А, зажмите. Вы не успели. Ладно. Сейчас попробуем еще разок. Чтоб успеть. Черт, Мейсон, тебе стоит на это взглянуть. Где вы взяли такую машину? Это еще не конец. Давай. Русские хотят в последний раз показать грубую силу. Покажем же им отвагу. Вы со мной? Блин, вот так вот в атаке и охреневают. Кто медаль получит в итоге? Скажите мне. Так, упал. Освободился. Беги. Ага. А надо бежать вообще, нет? Давай, брат. Как я должен это монстра одолевать? Ау, по мордам, по мордам. Пристрелите его. Кто-нибудь, застрелите эту тварь. Успел. Сумел.
какого хера? Твою мать, это Кравченко! Кравченко? Конечно, он замешан. Кравченко должен умереть. Пару раз я кое-что подмечал в его взгляде. Он вдруг начинал шарить вокруг глазами, а потом... ни с того ни с сего говорил по-русски. Вот ведь Резнов. Хитрожопый Виктор. Вудс, может, допрос лучше мне провести? А может, ты пойдешь нахер? У меня с этой мразью неоконченный разговор. Я бросил тебя подыхать во Вьетнаме, сержант. Ты должен быть мертв. А я-то и не в курсе. Мой друг Рахман сказал, ты ведешь дела с неким сальвадорцем по имени Рауль Менендес. И что ты для него делаешь? Я так понимаю, все. В жопу. Здорово. Ты веришь в возмездие? А? Это территория маджахедов, детка. Тебя закопают по шею, завернут тебе веки и бросят жариться в пустыне. Я могу убить тебя быстро. Давай. Рассказывай о Менендесе. Я продаю ему оружие. Как-то не по-советски ты поступаешь, брат. Что-то мне кажется, я прострелю его. Теперь все решают деньги. Куда идет это оружие? Куба, Ангола, страны третьего мира. Зачем? Менендес хочет увидеть мир в огне. Ну, этому не бывать. Он гораздо могущественнее, чем ты думаешь. У него даже в ЦРУ есть свои люди. Херня! Он на мозги трахает! Должен я был убить его. Чернохов! Какого хера? Менендес сказал, ты должен страдать. Ах ты, двуличная мразь! Мы воевали с русскими на вашей стороне! Нет. Это вы были и всегда будете нашим истинным врагом. Фу. Что-то я не понял. Предательство на предательстве. Без воды и укрытия ты продержишься день. Если повезет. А если не повезет? Уехали. Ну ничего. Не впервой нам погибать. Ну чё ты? Ну вот, мы в пустыне, заживо похоронены. И как ты думаешь, кого увидел там твой отец? Хитрый Виктор. Шулер. А, ты совсем как твой старик. Нет, это был не он. Поднимай меня. Брось, если бы это был он, тебе не кажется, что он бы на чуток задержался? Хоть бы объяснил, что творится. Ну вот, я и спасен. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока!